Как перепрошить мышление и стать сильной и уверенной в себе женщиной? Ну, вы понимаете, это же не компьютерная программа и не ПО, да? Когда вот я вам скажу, зайдите, пожалуйста, в настройки и сделайте это. Это некий путь. Это некий путь, точно так же, как меняется ваша внешность, да? Вы же, например, если пошли, сели на диету там или взяли диетолога, вы же не послезавтра станете другой, да? Вот вы вышли послезавтра, вы его нашли, сходили к нему на прием, и послезавтра наступило, и вы вышли, и вы уже другая. Встроенные у вас уже подтянутые скулы – это процесс, да? Это некий продолжительный процесс. Поэтому если мы становимся на этот путь, мы покупаем себе абонемент, мы берем себе тренера, мы начинаем работать со своей головой, потому что без мышления здесь никуда, и мы таким образом перестраиваемся. То же самое и здесь. Если вы принимаете решение, что вы хотите быть другой, то прежде всего важно обозначить, а какой или каким вы хотите быть. Что это, какой это человек, какими качествами он обладает. Дальше мы смотрим, что я могу делать, чтобы эти качества у меня сегодня проявлялись, как я должен себя вести. Ага, я должен быть уверенным, окей. В каких ситуациях мне нужна эта уверенность? Мне эта уверенность нужна, вот когда, значит, я там что-то говорю. Хорошо, тогда как вот, когда я буду в следующий раз говорить? Вот завтра, окей, как я тогда должен говорить? Как я должен и попробовать изменить свою модель поведения? Чтобы измениться, нужно изменить. Понимаете? Изменить модель поведения. И я себе просчитываю, окей, значит, в следующий раз я делаю так-то. Господи, мне очень страшно, но я отвечу вот так, я сделаю так. Я всегда говорил «да», а сейчас скажу «нет». То есть я свою модель поведения меняю. Смотрю на реакцию, переживаю эту реакцию и иду дальше. То есть вы должны понимать, что для того, чтобы получить нечто новое, нужно по-новому и действовать. Это важно. Я, например, на рерайтере жизни провожу двойную штуку. Первое, я объясняю, что нужно делать. Второе, я объясняю процесс, который происходит у нас в голове, наших реакций. Как мы будем на это реагировать, почему мы будем на это реагировать, какая реакция нас ожидает и что нам сделать, чтобы эту реакцию пережить. Ну вот, у меня, например, такая история.